Города на дожде. Прогулки по тайге, как вы уже поняли, не для слабонервных. Но если вы и впрямь отважились самостоятельно совершить такое путешествие, я, Мария Киреева, штатный метеоролог дождя и человек, который опробовал дальневосточные болота на своей шкуре, позволю себе вас немного проинструктировать, как собраться в тайгу хотя бы на один день. Есть четыре вещи, без которых можно просто пропасть и за столь короткий срок. Первое – это болотные сапоги или болотники. Без них вы просто никуда не пройдете. Второй момент – накомарник. Без него вы ничего не сможете увидеть, так как глаза ваши за 5 минут превратятся в щелочки от укусов насекомых. Третий – это энцефалитка – специальный костюм, защищающий вас от насекомых. И четвертый пункт – это хорошая компания. Ибо в тайге, как и в любой другой экспедиции, самое главное – это надежное плечо рядом. Если все есть, тогда вперед, к нетоптанным просторам нашей Родины. Не города на дожде. Полностью приключения Маши Киреевой в тайге вы найдете на нашем сайте tvrain.ru. Смотрите телеканал «Дождь» в базовом пакете НТВ+, «Континент ТВ», в «Билайн ТВ» и «МТС ТВ», а также в ваших iPhone и iPad и на tvrain.ru.